Джим Янг, ты в теме? Что это значит? Если честно, я должен быть в тюрьме. За что? За супергеройство. И какой ты супергерой? Миротворец. Да пошел ты! Такого супергероя не существует! Мужик, я знаменит. Ты прирожденный убийца и владеешь всеми известными видами оружия. Я дам тебе шанс избежать тюрьмы, работая на меня. Убивать людей? Плохих людей. Это Эмилия Харкут. Твой проводник. Джон Экономос, техник и тактик. И наш новобранец, Миса Дебайо. Не нужно стрелять в тех, кого я уже убил. Поняла. Что за чел выглядывает из-за мусорки? Линчеватель, он пытается помочь. Приветик! Наша первая цель — сенатор Ройланд Гофф. Возможно, он путешествует с семьей. Вы уверены, что это их дети? Очень милая пара, но один похож на них, а второй будто вылез из жопы. Из жопы? Старший брат рассказывал, что есть два типа детей. Обычные и жопные дети. Они хуже во всем и появляются из задницы. Я лет до 14 думал, что я из жопы. Это многое объясняет. В нем есть что-то печальное. Привет, пап. Как из моей спермы получился такой хлюпик, как ты? Я как будто стал одержим. Эй, стой! Нет, не надо! Потому что мы рождены убивать. Но в отличие от других убийц, мы убиваем только плохих людей. Как правило. Все могут ошибаться. Ты притворяешься придурком, чтобы отталкивать окружающих. Презентация, отстой! Но если ты перестанешь, люди к тебе потянутся. О боже, он обнимает меня. Он обнимает меня. Пап, притащи телефон, я не могу двигаться. Папа!